Накануне в 13-м микрорайоне состоялся арт-моб «Город солнца». На большом баннере был изготовлен яркий и красочный рисунок. Финансированием проекта помог предприниматель Александр Никитюк. Северные города, они сами по себе северные, и не всегда у нас достаточно солнца, иногда дождливая погода. Вот мы хотели сделать что, чтобы дети, которые будут участвовать в данном мероприятии, они отобразили, как они видят наш город Губкинский. Мы им предоставили холст, большой холст, размером 3х6, и дадим возможность детям изобразить вот этот вот рисунок. Рисунок города Губкинского. И этот рисунок потом будет размещен у нас на нашем билборде, и жители нашего города смогут увидеть рисунок глазами детей. Будем рисовать вот такое вот солнце. Это город солнца. То есть мы, получается, пустые места, которые у нас есть здесь, да, мы должны будем залить краской. У нас каждая будет краска, каждая новая краска, понимаете, они не будут пересекаться, все у нас. Но нужно очень аккуратно рисовать. Почему? Потому что у нас, видите, окна уже и двери, они прорисованы. Этот плакат станет символом стремления юных губкинцев внести свой вклад в благоустройство города, говорят организаторы. В этот раз ярких красок городу добавили ребята из трудового отряда. Подростки должны хоть как-то отдавать себя искусству. Что дальше будет с этим баннером? Будешь ли ты сюда кого-нибудь приводить и показывать, что ты тоже рисовал? Ну, конечно, приведу сюда друзей, родителей, чтобы посмотрели, что я хоть какую-то часть вложил в этот город. После того, как рисунок на холсте просохнет, его разместят на рекламной конструкции, которая находится на пересечении улиц Магистральная и Строителей между 13-м микрорайоном и промзоной города.